Включил с тобой Герасёс, и сегодня я поймал в свои сети двух ваших любимых блогеров. Артём Арешнев! Ребята, всем привет! И Вильям Бруно! Да, Саня опять какой-то кубик засунул! Да, какой-то кубик я вас засунул. И в этом кубике, ребята, у вас есть спасительные кнопки. Каждая кнопка что-то дозначит. При нажатии кнопок будут загораться лампочки на вот этом табло. Каждая лампочка что-то дозначит. Какая-то хорошая, а какая-то может быть плоха. И то, что вы нажмете, мы будем вам высыпать через вот это огромное очко над вами, пацаны. Но самое главное, что одна кнопка будет спасительной вести на выход. И кто, пацаны, из вас первый найдет эту кнопку, тот, во-первых, спасется, а во-вторых, получит 200 баксов. Ребята, знаете, говорят, что мужчины – это лучшие повара. Я, честно говоря, не знаю, так это или нет, но лично я обожаю готовить. И когда я готовлю, я люблю скоротать время, смотря сериальчики. Готовлю я, ребята, достаточно часто, поэтому сериальчики, к сожалению, очень быстро заканчиваются. Я, кстати, ребята, буду вам очень благодарен, если вы прямо сейчас в комментариях напишите какой-нибудь реально годный сериал. А я с вами взамен поделюсь своей находкой. Недавно на Ютубе появился крутой сериал «Хост». И я уже залип и посмотрел первые две серии. Там очень крутой интерактив со зрителем, поэтому вам сильно спойлерить не буду, ребята. Просто переходите и посмотрите. А еще, ребята, одна из самых крутых фишек сериала «Хостел» — то, что зритель после просмотра серии может получить какой-то ценный приз. Например, новенький iPhone 12. Упс! Черт! Получается, я только что проспойлерил вам главный приз. Ну да ладно. Как именно получить приз? В каждой серии вам нужно найти коробку и написать в комментарии тайм-код, где она появилась. Плюс, ребята, вам надо угадать, какой приз был в этой синей коробке. А победитель определяется абсолютно рандомно, поэтому вам не обязательно быть первым комментатором, который даст правильный ответ. Вот то, что вам точно надо, это быть подписчиком канала «Хостел». Ссылочку на сериал и канал я оставляю в описании под видео, поэтому прямо сейчас, ребята, переходите и участвуйте в конкурсе. Вильям, готов? Я вижу очень интересную кнопочку. Давай. Прям позади меня. Красная кнопка «Подписаться». Вот, я как бы первым ее и нажму. Ага. Надеюсь, что-то хорошее сейчас произойдет. Вильям Бруно нажал красную кнопку «Подписаться», и Вильям Бруно не облажался. Ну, я надеюсь, не зря подписался. Да, ребята, видите, что Вильям Бруно получает за то, что нажал красную кнопку? И вы тоже обязательно нажмите под этим роликом красную кнопку «Подписаться» и становитесь подписчиком его канала, и тогда мы с вами будем встречаться чаще. А ты, Вильям Бруно, знаешь, что получаешь? Бруно, как думаешь, это жестко или не жестко? Слушай, надеюсь, Саня ценит подписчиков, поэтому, ну, за подписочку-то что-то хорошее нальет там. Вильям Бруно получает свое, то, что он попросил. Готов? Да! Да ну! Вильям Бруно получает 250 баксов! Саня не обманул, сказал, тут деньги. Вот, деньги были. Я, ребята, в деньгах сижу. А $250 это уже больше, чем наш главный приз, поэтому... Это так совпало, реально? Реально, ну ты нажал. Ты проверь! Ты знаешь, как проверить? Порви одну, порви! Да зачем? Ты дурак! Она порвалась, Артем, это настоящая или нет? Нет, ты вторую рви! Рви вторую! Это примут обратно? Нет, все, доллары вообще даже мяты не принимают обратно, нет. Поздравляю, Бруно! Собирай свои деньги, мы переходим к кашу. Артем, жми красную! Я уже давно говорил, вот, мой выбор. Смешно, вы уже поняли, очень смешно, дальше. Слушай, но кнопки все максимально разноцветные, да. Их много. Да. Бруно нажал на красный, ну что-то хорошее выпало. Но у меня на красной кнопке крест. Черный. Мне не нравится. Давай. Давай, короче. Какую попой нажму? Давай. Только если права. Я нажму, это не считается. Нет, да. Вот, опа! Я думаю, все что зрители там? Увидели. Да что это нормально или не нормально? Да что это нормально? А давай на счет три. Раз! Давай! А!
больше не снимай своих видео! Очка мы на гиджел, а? Бля, встать, пожалуйста. Нормально, предупреждай, Сань! Хорошо, извиняй. Напоминаю, мы боремся за выход. Следующий Вильям Бруно. Артем, ты какую нажал по цвету? Я красную нажал. 3, 2, 1. Поехали. Это жестко. Ребята, сначала кинем ему большую крышу, а потом, ну ее поджигать не будем, а потом маленькую. Чтобы он испугался сначала. 3, 2, 1! Погнали! Кидай! Это что? Там граната какая-то! Это граната, да. Ариш, давай быстро! Какая лампочка твоя? Как думаете, ребята, кто из них первый выберется? Ариш или Бруно? Мне это очень интересно. Нет, тут рили есть вероятность, что я просто нажимаю кнопку, и Саня такой, ну выходи, и все. Если в первый раз угадаешь, выходит. 3, 2, 1. Артем, Ариш, тебе повезло. 1, 2, 3. Поехали! Очень холодно, она очень холодная, серьезно. Ужас, там Артём, тебя воняет от тебя страшно, что рыбы какой-то и тухлятины и кисломолочный. Бруно! Вот это! О, сразу! Уч! Это прям не очень. 3, 2, 1! А, вонючее! Это говно! Виля, молодец! Теперь ты пахнешь говном! Сейчас, Бруно, будет кончо! Из меня! Артём, давай следующая кнопка, какая? Саня, это практически самое жесткое задание на сегодня. Поехали. Да что, ну хватит, человеку холодно. Артем, как ты себя чувствуешь? Не, мы как будто в холодильнике этот сок держали. Не, ну прям очень холодно, я не шучу. Ладно, Артем, ты большой молодец, что выдержал. Переходим к Бруно. Вилли, Бруно, какая следующая твоя карточка? Да тут же кнопки, какие карточки-то? Ой. Кнопки, да. Можно две? Ой, нет, одну. Вот эту. Ты уверен? Я тебе даю право. Я тебе даю право поменять. Да пусть будет. Вот это. Ну, типа. Хорошо. Ну, да. Хорошо. 1! Да! Это сладости! Брунович, мы тебя поздравляем, ты ваш молодец, конфетки прямо прямиком из навоза. Мы тебя поздравляем. Ладно, Артём, давай! Артёму выпало вот это. Это еще более жесткое задание. 1, 2, 3. Артём, ты большой молодец. И вы, ребята, тоже поаплодируйте лайками под этим видео за бедного Ариша, потому что он страдает, чтобы вам было весело. Твой черед получать деньги и конфеты. Бруно, давай. Вот эту. Опа. Опа. А вот и что-то очень хорошее выпало нашему другу. Да давай, ты кидай мне. Это что-то очень неприятное. Что это, Вильям? Это моча, да? Такой антидартворчик! А это мне один, я закончил. Оно будет долго, да. Это очень неприятно. Слушай, теплее стало. Не, реально согревает. Вот и Вильям у нас уже немножко испачкался. Переходим к Артему. Артем, ты как бы буинский. Мне холодно двигаться. Давай, 3, 2, 1. Опа! Мы поздравляем Артема Аришева, потому что Артему выпал пропуск хода!
Вильям, твой ход. Я вот эту нажму. Уф. Да фу, что это? Сними, посмотри. Ты просто салфетку? А чем пахнет? Чем пахнет, братан? Ты сними, посмотри. Ой. Это подгузник. Это твой, да. Да, я оставил в прошлый раз. Переходим к дальнейшему. Артём! Это нельзя кнопку больше. Три. Два. Что будет после того, когда ты закончишь? Я взорвусь. Просто взрываюсь и все. Готов до 400, чтобы тебя отсюда писать. А это не простое задание, а это... Это на самом деле задание для друга. Я выбрал Артём, а делаем это Вильяму. О, это будет жестко, Артём. Ну? А, во-во-во-во! Иди нахуй! Ты чё там? Поехали! А, тут мёд есть ещё? Да, мёд и перья. Артём, тебе повезло! И ты выбрал задание, которое на самом деле было для твоего друга. Ты такой прям, ну такой солидный. Такой петушара мне прям кажется, такой. Мне кажется, ты меня опозорить хочешь на своем канале. Ты сначала вообще-то деньги с конфетками забирал, все было нормально. Я сам знаю, как позориться, понял? Вот с этим сложно поспорить. Вот это вот. Ух ты! Ой-о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 й-
подписывайтесь на мой канал, чтобы мы уже наконец-то обогнали Вильяма Бруно. Правильно, Вильям? Да. Если Саня меня когда-нибудь обгонит по подписчикам, я эти 10 тысяч баксов ему обратно верну. Да. Хорошее предложение. Поэтому прямо сейчас нажимайте на подписку, и я получу обратно свои 10 тысяч, которые честно отдал. Опа! Так, ну-ка, это жестко. Кирпичи, Саня, будут падать кирпичи! Они же сейчас будут все в говне, господи. Артём получает 250 баксов. Поаплодируем Артёму. Ну, а если это? Это что, это что? Это мазик? Да. А, это не пробовать? Нет. Лучше не пробовать. Что это? Оно до сих пор потечет сверху. Заботливый Артур просто всего до конца поливает. Я укладку делаю. Модные прически. Это клей. Угла. Артём Маришев, твоя кнопка. Люблю голову, Артём Маришев. Это горячо, это страшно, это неприятно. И это... Выливается прямо. Ай-яй-яй-яй-яй. Что это? Поздравляю, вы можете сделать себе классный! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Артём, это розовая краска, мы тебя поздравляем! Мне вот, Саня, одно интересно, почему ты до сих пор не выложил ролик, где ты в Чернобыле там был? Ну, я выложил это... Именно из-за того случая? Да. А если 200 тысяч лайков под роликом соберете? Если 200 тысяч лайков наберете под роликом, то я выложу, ребят, потому что мы ездили в Чернобыль. Я смотрел исходники, я не уверен, что это вообще можно публиковать на YouTube и вообще в интернет. Если все правильно замазать и хорошо сделать, то выложить можно. Там, правда, было, ребята, очень жестко. Ладно, ребят, если интересно, ставьте лайк, я, может быть, действительно выложу. Давай, какая кнопка? Ух ты! Ну, я не знаю, может быть, тебе и понравится. Аккуратно. Почему? Они с навозом вообще такой сок прям. Вильям, надо было просто нажать на нужную кнопку, кнопку выхода. Что ж такое, когда вы нажмете хоть кто-нибудь? А что, какая следующая кнопка? Ты как-то поживее, ты как будто умираешь реально. Артём, соберись. А? Опс. Или не опс. Что-то неприятное или приятное. Нажал Артём кнопку. Саня, выпусти меня!
меня! Выпусти! Ты чё? Не надо, мы так не договаривались! Бруно, давай здесь. Опа! Бруно, спокойно, там же навоз у тебя идет внизу, ну чё ты так-то? Да думаешь, меня навоз беспокоит больше всего? Да, ну ладно, мы видим, Саша. Артём, давай. Какая кнопка? Ой. Артём, ты уверен, что ты хочешь это? Если опарыши, я выхожу. Артём, там подготавливают мешок опарышей. Не, если опарыши, я выбиваю. Артём, дайте сразу. Ё-моё! Это просто мука. У тебя уже ничем не испугать. И даже сейчас Артём промахивается и не выбирает кнопку выхода. Артём, когда уже? Когда? Ой, я не знаю. Вильям сражался хорошо, ему выпало вот это. Это было очень много холодного льда. Нажми кнопку выхода, Вильям, просто найди сразу кнопку выхода, но только после попытки Артёма. Артём, выбирай свою кнопку. Если я нажму, значит, синенькую, это будет небо. Это твой выбор, правильно? Да, Артём, тебе не повезло. Тебе выпало вот этот взрыв. А конкретно вот эта штука. Я выхожу сразу. Да. Голову. Я сразу выбиваю. Да. Можешь встать, пожалуйста. Раз. Да Бруно, ты надоел! Да Бруно! Да что там надоел? Я выбиваю сразу! Я серьезно говорю! Я... Оп! А что, тебе выпал зонтик? Когда на тебя будут падать... Ох, это не слово. Я знаю, что они на меня упадут. Ой, дождь пошел. Вильям! Че я выйду? Выбирайте кнопку, у вас осталось немножко кнопок, и кто-то один из вас сейчас заберет 200 баксов. У меня уже 250 в кармане, я готов выйти, если что. У Аришнего явное преимущество, он с зонтиком. Че? Давайте, пацаны. Пожалуйста, уверен? Можно? Можно другую нажать? Саш! Да можно другую-то? От его замка. Вильям, готов? Три! Да там по-любому опарыши! Какой это код? Так а... А чего этот код может быть, как думаешь? Да ну! Да! Води этот код от этого пин-кода! Там это води, ты походу... Да ты понял! Ща! Давай, Вильям! 9, 7, 0, 9. Есть или нет? Отойдите. Да! И у меня еще, знаете чего? У тебя еще и 250. Ты получаешь еще сверху $200 за победу, но... А ты, Артём, не расстраивайся, потому что у меня для тебя есть еще более ценный подарок. Для тебя и зритель, я в этой коробочке подготовил. Тут, ребята, настоящий iPhone 12! Чтобы ты его получил или зрители, вам нужно просто перейти и подписаться на канал Хостел и кликнуть на это видео. Посмотрите, это их серия сериала, который действительно очень классный, который я смотрю по вечерам. И вам рекомендую, вы можете посмотреть и получить iPhone 12. Поэтому кликайте прямо сейчас. Тыкайте, там очень классный сериал, этот Хостел. Ну а с тобой был Герасев, Аришнев, Бруноч. Всем пока-пока. Все рекомендую.